Сегодня в Казанском сквере Толстого студенты медицинского университета и врачи посадили 200 кустов сирени. Такой подарок решили сделать к юбилею вуза. Им как раз исполняется 200 лет. С самого утра здесь как никогда многолюдно. Сегодня в сквере имени Толстого проходит праздничная акция «200 белых сирени», которая приурочена 200-летнему юбилею со дня образования Казанского медицинского университета. Честь посадить свое дерево удостоились лучшие студенты, врачи города, преподаватели и члены ректората учреждения. Сегодня за 200 дней до 200-летнего юбилея Казанской медицинской школы студенты, выпускники, преподаватели, ветераны собрались для того, чтобы высадить 200 белых сиреней, которые зацветут уже следующей весной. И в дни, когда наши выпускники будут получать свои дипломы, наш кампус превратится в цветущий уголок Казани. Белый цвет в медицине – символ чистоты и благородства, поэтому о выборе посадочного материала речи не шло. Уже в следующем году жители города будут радовать аллеи из сиреней. Каждый этап этого университета мы запечатлели в своей памяти, и я надеюсь, этот этап мы тоже останется в нашей памяти, в памяти наших друзей, коллег. В принципе, это, наверное, наше медработник святое место, где нас учили, где большим желанием по сегодняшний день выполняем те обязанности, которые мы клятву, которую мы давали много-много лет тому назад. Ну а чтобы работать было легче, организовали полевую кухню. Подкрепиться можно было гречневой кашей и горячим чаем. Фируз Насыров, Алексей Захватов, «Вести Татарстан».